Здравствуйте, мы находимся на конференции в Алмате по ритейлу, и первый наш гость Владимир Клавдиевич Петровский, владелец торговой сети Петровский. Владимир Клавдиевич, здравствуйте. Здравствуйте. И первый вопрос, чего вы ожидаете от этой конференции? Ну, во-первых, это получение информации о новостях в отрасли, да, что происходит, что нового в отрасли, обмен, следующий момент – это обмен новыми практиками какими-то, общение с коллегами по цеху, и получение от них тоже и получение от них информации и какую-то дадим свою информацию. А с каким докладом или с чем вы будете выступать? Ну, выступает сотрудник от нашей компании, да, мы уже находимся третий год в Альянсе, Альянс региональных ритейлеров, который сейчас занимается построением франчайзинговой сети «Хороший выбор». И мы будем рассказывать о том, что мы получаем от этого сотрудничества. И какой период развития сейчас переживает ритейл? Ну, сейчас, конечно же, непростой период, потому что ну, своего рода такие ножницы, то, что идет экономический спад, ну, в России нет экономического роста практически, и усиление конкуренции, и, конечно же, ритейлу очень сложно в этих условиях выживать, но не нужно не только выживать, надо развиваться, и понятно, что надо искать всяческие пути, обмениваться идеями для того, чтобы идти по этому пути. И как изменится облик ритейла в ближайшие годы? Ну, идет консолидация, вот, и вот на конференции мы как раз этим и будем заниматься.